Меня зовут Ник. Моего друга Боба укусили. Мы сделали все, что было в наших силах. Но он начал перекидываться, и нам пришлось бросить его. Будучи еще человеком, он в последнюю минуту заблокировал за нами дверь. Нам нужно вернуться обратно внутрь. Мы не сможем оставаться здесь. Это верная смерть. Конечно. Я не смогу убить беднягу. Боб мне как брат. Так что если кому и придется это сделать, то тебе. Попробуй забраться внутрь через крышу и разблокировать дверь. В армии нас учили убивать, но никто не рассказывал нам, что делать, когда враг твой лучший друг.